счастье ждет. Кто-то в сказку верит. Вот и Новый год к нам стучится в двери. Новый год придет, и зажгутся свечи за большим столом в новогодний вечер. Скоро все случится, будет вновь кружиться за окном снежинок хоровод. Мчатся дни, минуты, просто нужно верить в чудо. Скоро Новый год придет. Жасник в доме тает и ему в
Дед Мороз несет вот вопрос. Знаю я, что Новый год встречу замечательно, и наш класс ко мне придет. Все друзья, приятели, мы под бабушкин рояль будем петь с ребятами. Одного не знаю я, что под елкой спрятан. Поглядываю я никогда, но под елку мне хоть раз, хоть чуть-чуть, очень хочется сейчас заглянуть. Знаю я, что Новый год встречу замечательно, и наш класс ко мне придет. Все друзья, приятели, мы под бабушкин рояль будем петь с ребятами. Одного не знаю я, конечно, и сейчас потерплю, силу Божьей лишний раз укреплю. Буду снова я шагать со вперед, да чего же тут ждать Новый год. Знаю я, что Новый год встречу замечательно, и наш класс ко мне придет. Все друзья, приятели, мы под бабушкин рояль будем петь с ребятами. Одного не знаю я, что под елкой спрятано. Знаю я, что Новый год встречу замечательно, и наш класс ко мне придет. Все друзья, приятели, мы под бабушкин рояль будем петь с ребятами. Одного не знаю я, что под елкой спрятано. Одного не знаю я, что под елкой спрятано. Подарки раздаем на веселый.
пришла к нам сегодня. Дети и взрослые, мамы и папы, нежно поздравляем. Дина, сегодня наш чудесный праздник, Новый год. Нам на праздник Снегурочка пойдет. А смотрите, какую елочку из леса Дедушка Мороз нам принес. Пойдемте поближе посмотрим. Дедушка не цветок. Смотрите, какая зеленая, а кушки стоят. Особо на ней шариков всяких. Красивых игрушек, дождика много, горшков. Какая наша елочка? Пушистая? Пушистая. Какая наша елочка? Душистая? Душистая. А давайте мы музыку. Коробочка. Перед нами все друг от дружно. Елочка. А на ней иголочки. Шишечки. И шарики, яркие фонарики, зайчики и свечки, звезды и ловечки. Умничка, под елкой в Новый год детки водят паровоз. Нужно за ручки беремся? Пойдемте вокруг елочки, вставайте. Yeah.
Давайте погрозим елочке пальчиком. Пальчиком. Не хочет она гореть, никак не зажигается. А давайте ручками похлопаем и ножками потопаем. Огоньки красивые на елочке. Красивая наша елочка. Смотрите, как она сверкает. Елочка и елочка. Полыхайся, ребятки. Ребятки, давайте мы на елочку помашем, и она погаснет. Ручка, машинка, машинка. Сделай ее повыше. А теперь скажем. Раз, два, три. Елочка. Гори. Еще раз помашем. Давай, лучше. Маша. Ветерок делай, ветерок делай. Погасла елочка. Сейчас похлопаем. Горит елочка, здорово. Спасибо, елочка, что поиграла с ребятами. Thank you.
попасть в Москве гулять. Пошли.
коробочка еще. Пойдемте, потом еще один какая-то. Что мне не жить, что мне коробочка? У коробок нет разного цвета. Это саночки стоят. Наверное, тоже с вами танцевать хотят. Будем саночками танцевать. Пойдемте, свои саночки там идем. Верочка. Нина же Снегурочка. Пойдемте, Снегурочка. Ой, это что такое? Это кто?
меня снежок кинул? Не знаю. А вы не видели? Зайка хулиганит, смотрите, снежками кидает. Бросает снежки. А ну-ка давайте его тоже закидаем снежками. А ну, Зайка, берегите. Ну-ка, идите, Зайка, кидайте снежки. Ой, Зайка. Настоящие мужчины. Лиза, 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 Лиза.
хорошо. Девочки, ставим на кружочек. И готовили ручки, девочки. Спасибо, Юлочка.
Новым годом, с новым счастьем. И самое главное, чтобы вы не болели. Ладно? Здравствуйте. Не будете болеть? Не будем. Молодцы. Пойдемте тебе в группу отдыхать. Пойдем? Дальше праздник. Елочки с нашим. До свидания, елочка. Пойдемте домой. Пойдем еще пофотографируемся. Сначала те дети, которые на больничном пришли, попросили Милана. Так, сейчас мы помоемся. Пойдемте сфотографируемся.